Ты такой хмурый? Там каратели. Ружья настоящие в комнате. И что ты думаешь, они привезли для нас? Откуда я-то знаю? Девчонка еще местная говорила, что здесь места гиблые. Ну, ты же стреляешь хорошо? Не знаю пока. Ты же десантник. Десантник? 2 года при штабе с тем газету рисовал. А стрельбища вообще не было. И я такой же. И я такой же. Ты что, в Чечне не был? Был. Контрактником. В Моздоке. Поваром. Поваром? Угу. Что будем делать? А? Откуда я знаю? Болото кругом, все равно никуда не денешься. Играть будем. Вот прямо сейчас начнем. Ты куда? На разведку. Хочу с девчонкой это поговорить. Но, может, узнать ее. Вот я тоже так думаю. Удачи тебе, брат. Маш! А? Ты долго еще? Еще 5 минут. Спать пора ложиться. Ты смотри, дед. Присматривай за ней. А то он нынче мужиков-то полна деревня. Капитан-то за всеми не уследит. Ну и чего? Ну как чего? Украдут девку. Кому она тут нужна-то? Кожа да кости. О, кожа да кости. Не скажи. Ты вон помнишь негр-то? На прошлой неделе, который играл, а? Негр? Да. Как это он за круг нее увивался-то? А где ж он теперь, этот негр-то? Уж поди черви доели. А ты с капитаном-то говорил? Да успею. А ты-то как думаешь? Может, мне поболее денег попросить? А что? Конечно. А девушка-то, ну, хозяйственная, красавица. Ешь, моя. Я все. Ты давай неси на кухню и спать ложись. Давай, Мичка, мы с бабкой иди. Сейчас подойдем. Да, угу. Иди, Мичка, иди.
это отмазал. Спасибо, не надо. Ну что, тебе жалко, что ли? Чего ты так торопишься? Я спать иду. Маш, не скучаешь совсем по мне? Еще чего? Маш. Пусти. А я скучал. Пусти. Капитан. Я говорю, пусти. Пусти ты. Я занят, боец. Я прошу прощения. Вопросы появились. Опять вопросы? Да. Давай свои вопросы. Почему в заповеднике игроки пропадают? Это о чем? Я ни о чем, я о ком. Я о негре. О негре? Откуда узнал? Неважно. Несчастный случай это. А что с ним случилось? Утонул негр в болоте. Я ему говорил, не ходи через просеку. А он пошел. Не послушался негр. Почему? Пьяный был, наверное. А зачем наши противники ружья настоящие привезли? Охотиться они будут после игры. Все так делают. Тебя что, не смущает, боец? Да меня уже все смущает. А что, если я не буду играть? Штраф заплатишь. Это в два раза больше, чем ты выиграешь. И все. Но я... Ну что, но? Договор подписал? Все. Ты свой выбор сделал. Пошли. Пошли ей спать. Поздно уже. 5 часов подъем. Ай, мой тебе совет. Ну, не будь ты таким любопытным, а то... А то что, в болоте утону? Ну, почему в болоте? Всяко бывает. Давай, давай. Тебе спасибо. Мне за что? За то, что от капитана спас. А, да ладно. Че, достает сильно, что? Да ужас, замучил уже. А тебе, кстати, чего тут надо? Не-не-не. У меня вопрос. Скажи, правда, что у вас в лесу люди пропадают? Ну, правда. Нехороший тут лес. Чего в нем нехорошего? Лес как лес. По всему заповеднику останки солдат лежат еще с Великой Отечественной. Дед он их до сих пор находит и хоронит. Так, и что? Дед говорит, что это души незахороненных солдат маются. Призраки. Стоп! Уходи, мне спать пора. Маш, ты как вообще здесь оказалась-то? У тебя родители где? Я сирота. Извини. Ничего.
Мне 12 лет было, когда родители погибли. А дед с бабушкой к себе взяли. Все же лучше, чем в детдоме. Не знаю, мне и там неплохо жилось. А ты что, детдомовский? Ага, подкидыш. Скажи, в заповеднике еще кто-то живет? Нет. После того, как дорогу на материк затопило, все люди ушли. Так дорога была? Ну почему же была? Она и сейчас есть. Только вот в болоте ее найти нелегко. Знать надо. Ну ты-то найдешь. Я найду. В окно, в окно, быстрее! В окно, давай! Спасибо. Быстрее. Господи, боже мой. Ну что, свет жгешь? Ложись давай. Сейчас лягу. А чё окна не запираешь? Ложись. Дед. А. А вот эти игроки новые, они из Москвы приехали? А что? Ну, так просто интересно спрашиваю. Не твоего ума дело. Спи давай. Угу. Поднимайся, боец, без 5:05. За мной. Серьезно? Угу. Жесть. Ну что, советую на ночь выставлять часового. В заповеднике дикие звери. Все, время пошло. Выдвигайтесь. Ну что ты как? Это Халк или черт? Подожди сейчас.
вас рация всегда на прием? Конечно. Будут проблемы со связью, у вас есть ракетница. Что у нас со временем? Ровно 7. Фора для партизан закончилась. Вы в игре, господа. Отлично. Ну, вперед. Койот, не забыл кого? Какой? Если отстанешь, тебя 10 штук баксов. А если вы от меня отстанете, с вас 20. Все равно проиграешь, Боров. Да? Да я еще вас на себе потащу. Ну, да, хватит, да. Хватит. Давай. Пошли, пошли, пошли. Извините, теща. Алло? Это я. Ну, что у тебя? Все нормально. Дичь в игре. А проблем не было? Нет. Друзья наши довольны? Ага. Как всегда. А старики? Все под контролем. Ну, держи меня в курсе. Так точно. До связи. Так, ну, а со здоровьем как у вас? Не жалуюсь. Свои, свои. Фу. Ты куда бегал? Восьмерки выписывал. Пока они с собакой по кругу ходить будут, у нас время дополнительное. Соображаешь. Спасибо. Ну пошли, что ли? Сережа. Тянись, койот. Я прикрываю ваш тыл. Может быть. Вперед, дело. Нужен стой. Что случилось? Похоже, след потеряла. Ну, не спорили, Жанни. Ну, давайте, давайте, ищите. Дело. Ищи, давай. Давай, ищи. Ну, ищи. Ищи, давай. След, дело, след. Дура! Рядом, сука! Привет. Рядом! И ты тоже дурак. Гиня на окна. Тебе что тут надо? Ничего. Я подарок тебе привез. Не надо мне никаких подарков. Дубочка, смотри, какая красота. Нравится? Ну что, примерим? А что ты боишься? Ничего я не боюсь. Ну все. Да пусти ты! Деда! Тише. Да пусти! Значит, что? Маша, тише. Ты что, сдурела, что ли? Я же люблю тебя. Слышь, ты уверен, что нам нужно идти на болото? Скоро каратели догадаются, что мы следы путаем. Единственный способ скрыться от них только по воде. Стойте! Мы здесь уже были. Точно. Здесь следы разделились. Ага. Они по кругу нас гоняют. А куда мы отсюда повернули? Направо. Точно. Налево. Налево. За мной. Налево, Гела. Налево. Давай, давай, вперед. Вперед, Гела. Вперед. Вперед, след, след.
Сядь, Гел, сядь. Все ясно. Они решили двигаться по краю болот. Я рядом, Гел, я рядом. У меня есть предложение. Нам надо разделиться на две группы. Одна пойдет вдоль берега, а другая в обратную сторону. Да. А если партизаны только этого и ждут от нас? Напоримся на засаду. И собака у нас одна. Чтобы собака снова взяла след, когда они выйдут из воды, нам точно надо знать, куда они пошли. Что ж там делать? Да пусть пока покружат. Мы пойдем в мертвую деревню. Куда? У меня есть один план, как их накрыть. Пошли. Пошли, пошли, ну, пошли. Встали, встали. Из этого болота. Все, хватит. Давай заорать. Что орешь? Теперь, Гела. Мать! Стоять, дура! Стоять! Кому говорю, теперь стоять, вместо партизан дура! Будем собаку стоять! Искать. Главное, чтобы гиена не заблудился. Чтобы его искать не пришлось. Ну вот, значит, такие у нас условия. А не слишком ли дорого, дед? Машка не арабская принцесса. Но ведь нам дальше-то одним справляться придется. Ты пойми, люди мы не молодые. Хронические заболевания, одинокие мы. Ну, по рукам, что ли? Ладно, уговорил старый черт. По рукам. Ну, слава богу.
Добрый час. В добрый час. Убежал засранка. А с ней так бывает. Да, бывает. Особенно, как собаку не кормят. Кормить надо было больше, не жалеть. Поэтому и сбежала. Пошли бы. Ладно, хватит. Собака найдется. Пошли. А знаете, чего ему так собаку свою жалко? Потому что он за нее 2000 баков отдал в немецком питомнике. А в чем проблема? Выиграешь и купишь себе 20 таких. Слышь, тебя как сюда занесло-то? А деньги нужны. Меня дома невеста ждет. Я обещал осенью свадьбу сыграть. А тебя? Что? Ну, невеста ждет? Уже нет. Не переживай. Вот закончим игру. Пойдем ко мне. Тебя с такой невестой познакомлю. Всю жизнь мне благодарен будешь. Я вообще-то не переживаю, но спасибо. Ты идешь? Ага. Ну, а свадьбу-то где сыграете? Да я с внучкой договорюсь. А со свадьбой мы как-нибудь сами разберемся. Договоримся. Договоримся. Ну, хорошо. Ну, с Норвом, девка. Ладно, ты не переживай. Это я беру на себя. Насчет суммы мы договорились. Ты внучку ломай. Ну. Не, все получишь, как я и обещал. Давай, давай, давай. Ой, черт. Что, сдох? Иди. Давай, давай, давай. Заночуем. Что это? Эхо войны. Давай посмотрим. Давай. Ну что, напарник, нам теперь никакие каратели не страшны? Еще бы согреться и обувь с одеждой просушить. Не вопрос. Я за дровами. Мы их вычислим. У тебя была какая-то идея. Один момент. Интересно, куда это он ушел? Так. О, моя высохла.
Че, напарник, согрелся? Че у тебя? Понятно. Ладно, но тогда первый дежурю. Часов в 5 поменяемся. Сколько, кстати, на твоих? Ну, слушай, по штучке мы уже заработали. Че, 12 уже? Без 5. Ну, поздравляю нас. Ох, ё-моё. Это не мы дураки. Это жизнь такая. Ладно, все, пошел, давай. Давай. Знаем мы, как вы не брали в руки карты. Давай-давай, ходи. Засек я их по дыму. Два костра в лесу горят. Значит, они разделились. Значит, собираемся. Не суетись. Стемнело, да и устали мы. Завтра накроем их по очереди. Когда начнем? А? С рассветом. Возьмем их тепленькими, они в паре километров друг от друга ночуют. Волк. Ну хорошо, давайте по рюмке и спать. Ну, за удачную охоту. Кто в карауле останется? Такой ночи. Ну, конечно. Кто же, если не я? Выпить оставьте. Ну, хорош, хорош. Завтра тяжелый день. Держи. Что это? Зачем? Держи, держи. На всякий случай. Бди. Часовой. Часовой. Почему спишь на посту? Я не сплю. Давай. Все ждут. Выдвигаемся. Thank you.
Давай, каратели здесь, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Только не светись там, особенно. Ты куда? Индус. Волк, здесь, похоже, никого нет. Слышь? А, да. Гиена. Вот что? Это не твоей собаки. Суки. Пошли. Я ж тебя попал! Подождите, друзья, давайте хотя бы передохнем. Хочешь передохнуть? Уговор помнишь? Слышь, Волк? Да. Зачем они собаку сожрали? На маньяков вроде бы не похожи. Да, не похожи. Чтобы я ни за что, ни про что подарил им 10 тысяч баксов. Хрена вам их сва. Один не пьет, а другой вообще ашот. Может, это не они? А кто? В лесу только мы да партизаны. Остальные на хуторе остались. Найду порву, суки. Не заводись, Гиена. Алло! Интересно, а долго нам еще в этом лесу мучиться? Где-то здесь я второй дымок засек. Пошли. Только ты, Гиена, на шухере пускай. Это почему? Горячий будет.
что, никого нету? Еще теплая. Ага. Они не могли далеко уйти. Ищите следы. Мужики, идите сюда. Привет. Деньги-то все просвистишь. На-ка, папиросочку. Попей, а то голова-то, небось, после вчерашнего болит. Деньги. Где их взять-то, деньги? Как где взять? Это что же я вам вчера бутылку коньяка-то просто так, что ли, дала? А? Ты что же, с капитаном-то не договорился? Ну, что будешь? Договорился. Ну? Капитан согласен? Ну? Что ну, баранки гну? Теперь нужно Машку ломать. Эта стервоза его на дух не переносит. Ну, ей-то чего, господи. Ну, какая разница, кому борщи варить? Я вон с тобой, с крокодилом. 17 лет живу, и ничего. Ладно. Жива пока еще. Ну ладно, иди ты заради бога, дай на спокое все обдумать. Слышь, а где он сам-то? Поутру поохотиться пошел. Скоро должен вернуться. Ишь ты, и не боится шастать-то по лесу один. А им все нипочем. Им все нипочем. Не слушать стариков. А зря.